Здравствуйте, дорогие! С вами Елена. Я сейчас буду делать расклад на картах Ленорман «Золотые мечты» на расширенной колоде. Вопрос будет такой картам. Что нас ожидает прямо сейчас? Или что нам нужно знать для себя прямо сейчас? Спросим у карт Ленорман. Это карта «Дом». Карта «Дом». Нужно знать прямо сейчас, что вы в своем доме находитесь под защитой. Ваш дом – это ваша крепость. Ваш дом – это ваша защита. Вы защищены. Что нужно нам знать прямо сейчас? Это карта «Звезды». Нужно знать, что наши мечты скоро исполнится. Нужно немножечко подождать, и все наши мечты начнут исполняться. Нам нужно знать то, что не нужно прекращать мечтать и верить в самое лучшее. Что нужно знать нам еще прямо сейчас? И такой мужчина вышел, очень такой привлекательный прямо сейчас. Если девочки меня смотрят, нужно знать, что ваш мужчина вас любит, ваш мужчина хочет обладать вами. А для мужчин, кто смотрит меня, если есть такие мужчины, эта карта говорит, вам, мужчинам, нужно знать, что вы защита, вы опора в своем доме, вы защита, вы опора для своей любимой женщины. Что нужно нам еще знать прямо сейчас? Это карта дополнительная, карта лупа. Именно сейчас, пока есть время, именно сейчас, пока идет такой вот небольшой застой в делах, в каком-то передвижении и все такое, обязательно нужно знать сейчас, что сейчас нужно увидеть что-то вот как под лупой, что на раньше вы не обращали на это внимания, а вот сейчас обратите на это внимание и посмотрите это другими глазами, другим взглядом взгляните на это, и, может быть, что-то поменяется в вашей жизни. Что еще нам нужно знать прямо сейчас? Это карта «Любовь», карта «Сердце», ассоциация любви. Нам нужно знать, что сейчас нужно дарить любовь. Нам нужно сейчас знать, что нужно принимать любовь. Нам нужно знать сейчас всем, что именно самые любимые, родные, дорогие люди – любят вас, и нужно оберегать, защищать и находиться сейчас рядом с ними. Что еще нужно знать нам всем прямо сейчас? Эта карта опять же вышла, карта дополнительная. Всем нам нужно знать прямо сейчас, что бывает и хорошо, и плохо, что пришло время, что вот скоро вот это вот решится все, что это все закончится. Нужно подождать, не гадать, не бежать вперед. Время придет для этого всего. Что еще нужно знать прямо сейчас? Это карта ключ. Нужно знать, что скоро вы будете действовать. Именно действовать. А о чем вы мечтали? Будут какие-то действия совершать ваш мужчина. Вы что-то увидите новое. Решаете что-то с роднёй, с любимыми людьми. Действуйте. Не нужно оставлять все на потом, что можно сделать, решить сейчас. Нужно решать сейчас. Я сейчас еще возьму одну карту. Это как бы будет последняя заключительная карта. Карта «Совет». Какой еще совет? Что нужно делать именно прямо сейчас или чего нам ожидать прямо сейчас? Эта карта опять вышла дополнительно. Не зря сегодня вот выходит уже третья дополнительная карта. Это карта «Часы». Такая вот карта прекрасная. Сейчас тяжелое время. Видите, тяжелый механизм у часов. Тяжелый механизм. Но, несмотря на это время пришло не зря. Тяжелое время дает что-то и хорошее, какой-то позитив. Решается что-то. Люди переосмысливают свою жизнь. Люди переосмысливают работу, увлечения свои, свое... Вообще просто свое окружение даже. Окружение
своих друзей, смотрят как-то по-другому на все, ушли как-то от общества, от социума, от большой толпы людей, более уединились в тяжелое время, именно в это время что-то устареет и останется в прошлом, а что-то новое, наоборот, новое придет, а старое останется в прошлом, и это не нужно будет, нужно будет закрыть. Это самое такое время, которое как бы на первый взгляд казалось тяжелым, время для новых начал, новых перемен и чего-то даже, может быть, самого вот хорошего, светлого. Так что вот так вот бывает. Желаю всем самого лучшего, самого доброго. С вами была ваша Елена. До свидания.